Ночь, улица, фонарь и футбольное поле. Москва готовится к чемпионату мира по футболу. Лично я, как женщина, переживаю этот момент больше всего, потому что, честно вам скажу, не знаю, чем себя занять. Все же что будут делать? Пойдут смотреть футбол, пойдут ему каким-то образом сопереживать. А нам, девчонкам, что делать? С этим сердечным вопросом я и пришла сюда на тренировку, где, замечу, тренируются обычные люди, которые просто любят футбол. Надеюсь, со мной произойдет сейчас то же самое. Полюблю их. Представьте себе, есть человек, который вообще не разбирается в футболе, это я женщина, тихо, только не зарядите мне. Вот, пожалуйста. И вам надо вот просто на 3-5 пальцах объяснить, что такое футбол. Футбол – это просто. Очень просто. Если человек будет внимательным, все получается. Ура, рядом со мной Юлия Квинт. Юля спортивный журналист. Вместе с мужем Юля создала проект, который называется Urban Kick Football. Проект был создан 5 лет назад, и наша главная идея была в том, чтобы показать, что есть возможность заниматься любимым видом спорта и даже научиться в него играть, если ты уже взрослый, состоявшийся мужчина. Ну хорошо, вы сейчас что будете делать? Тренировка будет три разные части. Первый мы будем немножко согреваться, второй момент уже будем техническая тренировка. И какая психическая? Техническая. А, техническая. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Техническая. И последний мы будем немножко играть. Психическая тоже, кстати, не помешает. Ну, иногда бывает. Да. Есть кто так. Приходят психует. Сюда, да? Да, да. Ну, а вообще люди после тренировки уходят успокоенными или наоборот вот заряженными? Заряженными. Заряженными? Тренировка обычно активна. Ага. Угу. А потом только уже доползая до дома, человек понимает, тогда что уже все. Будет, да? Да, немножко устал. Именно на это, мне кажется, подсаживаются. Я думаю, да. Ребята, которые приходят на наши футбольные тренировки, очень часто приводят с собой своих подруг, сестер и жен. Мы также все вместе ездим на футбольные сборы, посещаем футбольные турниры, болеем за наших ребят, и я тебя тоже приглашаю. Ну, вы уже играете, чтобы не скучать? Конечно. На соседнем поле, конечно. Да? А потом спарринг, да? Тогда я согласна. Пускаем. Давай мы не будем вот это вот вставать. Ну, а это, собственно говоря, я бы хотела представить вам те девушки, которые скоро будут не просто в тренде, они будут в топе и на пике, потому что именно они занимаются тем, что поддерживают своих мужчин, которые любят футбол. А как можно поддержать мужа? Конечно же, расстелить коврик и лечь рядом с ним на травке и заниматься физкультурой. Вообще будете болеть за кого-то в этом чемпионате грядущем? Думаю, да. За кого? Urban Kick. Мы всегда за Urban Kick болеем. Только. Но самое главное, они жены своих мужей. Чувствуете, все ответы на вопросы одинаковые. Дальше проверяем, хорошо. Но вы можете мне, ваши мужья не смогли объяснить на 5 пальцах, что такое футбол? Или на одном, или на 3, как хотите. На 3? Да. Это семья. Футбол – это большая дружная семья. Которая у нас есть. Отлично. Ну, а что больше всего, вот здесь, находясь, вас мотивирует заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, мы должны быть тоже в форме. У нас замечательные мужья, которые все спортивные, подтянуты. И мы вечерами, собственно, пытаемся им соответствовать. Так что, девочки, продолжаем. И восьмерочка еще. Девчонки, да, продолжайте. Хорошо, у меня здесь
муж не занимается, поэтому я буду смотреть и любоваться на вас со стороны. Давайте, девочки, болею за наших. Мы сейчас будем отрабатывать удар на третьего, так называемый. Вот если бы сейчас я там стояла и попробовала ударить, мне надо было бы бить в кого? Вот парня... Который стоит дальше всех, вот в оранжевом костюме. То есть во вратаря? Да, но лучше мимо него, чтобы забить гол. Нечего смеяться. Я сейчас попробую это сделать, если отниму у вас мяч. Хорошо, да? Давайте. Давайте. Нет женскому футболу, да? Да, женскому футболу. Сейчас вам покажете. Вот. Да? Вот теперь вы туда остановитесь, на вот тоже. Да. Вы следующую будете... А, да, хорошо. Оп, правильно? Нет? Ваша сделаю. Я вам. Ага. Вы обратно мне. Так. Обратно мне. И теперь я вам туда даю поворотом удар. Поворотом? Конечно. Ой, мама! О! Ой, блестяще! Ю-ху! Победа! Ну все, я довольная, пошла домой.